Небесный утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровище благих, и жизнеподателю, приди, вселися в мы, и очисти нас всякие скверны, и спаси блаже души наши. Отец наш Небесный, благослови наше собрание и эти занятия. Открой нам уши, чтобы мы слышали и внимали словам Твоим святым. Слава Тебе, Господи, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, у нас Евангелие от Иоанна, продолжение, 8 глава, с 13 стиха, 13-14 стихи. С толкованием блаженного Феофилакта. Вот у нас вышел новый сейчас трехтомник нового издания. А это вот у нас самый первый, еще черно-белые тут иллюстрации. И вот мы по нему сколько уже ведем? С 2003 года, по-моему. Сейчас, чтобы... Да, с 2003 года. Вот по нему ведем эти занятия здесь. Ну, не всегда мы здесь были, но уже где-то лет 15 точно. Может и больше. Поэтому продолжаем. Поделитесь с нами, что вы сказали. Может, нам интересно будет. Ну, какие высокие ребятишки стали. А диакон так высок, да? Поэтому давайте серьезнее. Высокими стали не первый раз. Главное, чтобы это их высота была высота до неба. Но мы знаем, что пока в райские врата не открылись, и их спина не мелькнула в глубине рая, потом они закроются, они еще не спасены. Поэтому не нужно превозносить кого-то там ростом. Это не он сам дал себе, Господь говорит. Ты не можешь... одного волоса сделать белым или черным. Нет. Вот мне 58 лет, борода вся седая. А у некоторых и в 70 лет еще черная. Он Виктор Андреевич стоит, красавец. Почему? Седая. Но не до такой степени, как у меня. А я младше его на 10 лет. Превозносит. С лишним. Да, поэтому не можем сделать, я говорю, не можем сделать ни одного волоса белым или черным. Я хотел бы, чтобы был такой вот черненький весь тоже, блестящий, может быть, хотя не очень хочу этого. Поэтому вот ребята выросли, вот глядите, видите, сидит брат, вот посмотри, вот брат Нестор. Гляди, вот он, брат Нестор. Он очень сильно вырос, он сейчас выше, наверное, брата Ивана уже. Нет еще, но скоро будет выше. И ему теперь вот с его ростом, он был рост маленький, и вдруг вот так вот вышел. И теперь ему с этим жить, вот в чем дело. А с этим жить не всегда хорошо. Вот таких рослых ребят, ну, Ваня, он здоровый, видите, такой прям. А Ваня, он такой худенький, тебя никакую ВПГ не будут брать. Знаете, что такое ВПГ? Нет. Это преступные группировки объединенные, да. А его обязательно кто-нибудь попросит, у тебя кулак здоровый, там, пошли, там, мы денег тебе сразу дадим много. Слышали такое? Да. Притчи Соломонова, и говорит... сын мой, смотри, не ходи за этими людьми. Да-да. У них ноги спешат на пролитие крови, языком своим мстят, глаза от жадности выкатились, от жира лопаются. Не ходи к ним, не ходи. А будут предлагать. Я в свою жизнь три предложения таких получал. Потому что занимался с детства, тоже развитый был, борьбой занимался и бегал хорошо. Плавал там и так далее, все делал. Ее обязательно звали. Пойдем. Там из ресторана выйдет мужичок. Ты его только тыркс. И все, мы там оберем, поделим все. Да, да. А как вы думаете, предлагают? А потом тоньше предлагают. Напоят и денежек дадут тебе еще. Еще что-нибудь и так далее. Поэтому им жить с этим ростом
Надежда Васильевна, очень тяжело. Их будут везде, как красивую женщину. Все хотят попользоваться и выбросить. Так и с суровыми ребятами большими. Все хотят их себе приобрести. А Христос их к себе уже притянул. Мама их родила, верующая. Вот в чем дело. Поэтому, да. Поэтому давайте молиться о братьях наших, чтобы их рост, их вот это развитие в пользу Христову было все. Аминь. Чтобы для других людей они трудились. Брат, внимательно все смотри. У тебя техника. Вот у меня сейчас машина. Вот посмотреть бы ходовушку там туда-сюда все. Как она там? Она неплохая, но я всегда каждый год, два раза в год приезжаю, и мне смотрят. И приходит такой парнишка, ну, половину тебя, худенький такой, и мне там смотрит, и я ему денежку даю. Понял? А ты большой вот такой, можешь тоже посмотреть, и ты денежку получишь. Две денежки. А может и две, да. Ну, что дядя Игорь добрый, может быть, ты там скажешь, я там подтянул, я как представлю, поехал на соленые озера и там где-нибудь перевернулся. А тут вот брат все сделал. Да. А, Лена, да? Все. Лена загрустила. Понятно. Нет, я к Слову Божьему все привел, чтобы понимали, о чем говорить. Я бы уже читал давно, но Надежда Васильевна обратила внимание на братьев. Мы сегодня про них не говорили, о них не говорили. Ну, а хотелось Богу, бы. Я воспитателем была же в лагере. Они вот такие махонькие были, а сейчас к ним. А, ну вот, видите. Вы вниз, а не вверх. Ну, я вниз, а не. Еще сестра есть у них. Вот она, сестра. Две, да. Плохо, ну не буду рассказывать все. За ней еще старшая сестра ухаживала, а я над ними был. Меня конкретно только к ним поставили. Так, ты, у тебя, у Марина крестница Енафа, все, значит, ты будешь за ними. Я говорю, при чем здесь, я-то не Марина, я Игорь. Ничего, ничего, у вас родственные связи духовные, за ними ходи и смотри. Чтобы они были, ну, настоящие христианки. Я ходил за ними, там косынки поправлял там им. Ножки мыл. А это маленькая еще, лет 5, наверное, та чуть побольше. Ну, в общем, выросли все большие и с нами на занятиях, поэтому можно продолжим. Одну секунду? Да. Сохранили с лагеря какие-нибудь, ну, хорошие эпизоды? Мысли? Да, я все помню. Все помню. Даже сам первый свой год, 2009, когда я только-только должен был поступать в школу в этом году. Первый же год, вот, в 2009, я весь его помню. Первый год. Слава Богу. Я помню, а сколько тебе было лет? 7. 7. Я только-только должен был поступать в первый класс. Конечно, я все помню. Я помню, как меня постоянно, вот я вот в храме стоял перед этими, перед алтарной. Меня постоянно вот губы закусывал, меня постоянно вот так ты ее этот одергивали. Вы одергивали. Дед Сережа одергивал. Виктор Андреевич, я все помню. Не, ну как одергивали? Ты скажи. Ну как? Все. Прошло. Не, ну я так. Я так стоял, мне губы отдергивали, чтобы я так не делал. А вот все кто рядом остались. А помнишь, грибы сушил? А у нас это знаешь, что, почему? А знаешь, почему это было? Игнатий Тихонович сказал, твоя мама, Игнатий Тихоновичем разговаривали, угу. И попросили братьев, кто рядом, если видит, что губа. Следит. А я тогда еще, у меня спина не болела, я стоял, читал. Вот брат Севастьян стоит, читает, и там я, и мне видно было, а вы вот так в строчку стояли. Сейчас дети почему-то не стоят, они все где кто может. Кстати, я сказал Аполлинарии, пожалуйста, говорю, иди туда вперед, девчонок забирай вперед. А она мне сказала, там не молится, тут мама мне не сказала. То есть, мама, я ее на клир зову петь, а она что-то нет. Так они, почему вперед-то не идут? Они там, вот Лена их собрала вокруг себя и руководит ими. Ну, я их поднимаю. Нет, да, пусть она за ними там следит. Ну, кто тебя винит, милая? Ты моя? Я говорю, ты их собрала теперь, а надо, чтобы они там были. Я никого не виню, ну что вы. Там не шпиняли, Игорь, а когда я пришла в общину, рядами вот так стояли братья. Давайте занятия начнем. Я еще стояла. Брат, а что тебе, неинтересно? Кому-то, может, интересно будет, как было в общине? Да, я зашла, стояли братья. Детей здесь не было. Дети были, наоборот, там был. Иосиф маленький, тетяла с ним водилась. Он кричал, да какие там дети? Там детей-то было, не было. Нет, стоял Дианов и Занудинов. И стояли братья вот так, как гвоздики, ровненько. Виктор Андреевич стоял, ты стоял. Я еще помню, стоят. А я еще так посмотрела.
Костя у меня лучше всех. Так же, да? Нет, я так смотрю, думаю, а что они все с грязной головой стоят? Говорю, по-христиански не надо часто мыться. Я такой сразу себе вывод сделала. Христианин должен грязный быть. Зачем ходить постоянно мыться? Это же, ну, наверное, у меня было такое ощущение. Я первый раз пришла в храм. Поэтому я вот... Ну, это была, наверное, суббота, люди пришли, потом вымылись. Интересно, как... Ты сейчас моешься всего 4 раза в день, да? Нет. Шибко грязная женщина. Нет, но это было впечатление. На такой никто не женится. Женился, да, слава богу, жена. Да это я просто немножко юмора внес. Я понимаю. Я не буду говорить о себе, сколько раз моюсь, а то вы не поймете. Поэтому давайте пойдем занятия лучше проводить. Итак, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 13-14 стихи. Вот сейчас вот точно будет об этом, о чем говорим. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь. Так, скажите нам, о чем вы говорите? Всем будет очень интересно. Да Игнатий не разрешает мыться целыми. Весь пост нужно обязательно не мыться. Ну это же в житиях святых все написано. Мы же об этом знаем. Правильно? Надя тоже об этом знала. Я поэтому и так и решила, ну, да, что мыться часто не надо, раз христианин, вот они стоят. Ну, аскеты настоящие, христиане. Все. Аминь. Все, еще кто хочет высказаться? Христос, ну, умой лицо твое и помажь голову твою, и будешь постящимся перед Богом, а не перед людьми. Зубы чистить не сказано там? Нет. Тогда не чистили. Да чистили, конечно. Только палочками специальными, их даже продавали. Мягкими. Так, скажите еще, кто хочет перед тем, как я начну читать Евангелие, запишите, Людмила Степановна, Евангелие от Иоанна, 8 глава с 13 по 14 стих. Все записано. Все, больше никто переговорить не хочет. Ну, говорим обо всем, кроме Священного Писания. Ну, маленько. Я уже, видите, даже иду навстречу вам, чтобы сказали, ну, все-таки, а какой милостивый. Чтобы не обижались на меня, что я такой злобный. Я в курсе. Я навстречу пожеланиям иду людей. Они беседуют, я хочу, чтобы они участвовали. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно. Иисус сказал в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно. Потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. На эти слова блаженный Феофилакт нам толкует. Когда он сказал, я свет миру, его обвиняют за то, что он сам о себе свидетельствует. О безумие с восклицательным знаком, ну то есть вот прямо от души. Он постоянно приводит свидетельство о себе из Писания, а они обвиняют его, что он сам о себе свидетельствует. Посему и он отвечает им по лукавству их. Задайте потом вопрос, вот это, что в чем дело. Пусть так, что я сам свидетельствую о себе. Хотя на деле не так, я имею 3 свидетелей. Отца моего, дела мои и Писания. Как и выше сказано, 5 глава, 33 стих, 36 стих, 37, 39. Так, ну давайте прочитаем. Я легко найду. 5.33. Ну, полностью. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. И еще 36, 38, 39. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня, и пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели,
и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Вот к чему мы пришли. Лазгоголище – это при крещении было. Отец свидетельствовал сыне своему. Да, и мы видим, что когда вот тут в 8 главе они говорят ему, видите, они говорят, не это, он свидетельствует, они говорят, свидетельство то и не истина. Они же ходили за ним, и то, что он говорил ему, мое свидетельство не истина, а они решили ему повторить, ты же сам сказал, вроде, свидетельство то и не истина. Он говорит, да, это я тогда говорил, тогда, но почему не истина? Потому что все равно свидетели есть уже. И я вам сейчас скажу, какие это свидетели. И говорит об отце. А почему он говорит? Потому что они уже должны знать, что отец и он одно. Он об этом говорит уже. Потом говорит о своих делах. А какие дела? Помните, когда иссохшая рука была у человека в синагоге в субботу? И он говорит, протяни ее. Протянул, коснулся. И она даже не коснулся. Он протянул, и она стала здорова. И он говорит, что делать? Добро или зло? И они, говорит, не отвечали ничего. И он с гневом взглянул на них. Помните? Скорбяжесть. Это были его дела. То есть Дух Святой творит. Он тут о Духе Святом говорит. Дела – это Дух Святой. И последнее священное писание. Слово. Священное писание. То есть Отец, дальше дела его – это Дух Святой. И Слово. Слово – это он сам. Писание. Писание – это Слово. Логос. Логос – это он сам. То есть вот Отец, Дух Святой и он. Причем обычно, как говорят, Отец, Сын и Дух Святой, а здесь он поставил себя на последнее место. А почему? Потому что Господь себя везде уничижал, вот как при земной жизни. И поэтому, когда беседуешь с этими, с мусульманами, очень сложно с ними беседовать. Они вообще этого не понимают. Я говорю, он себя уничижал. А у них же это не принято. Они же все борцы, все вот боксерами. Сразу я тебя кинжал. То есть, а нужно быть смиренным. Перед другими людьми, даже вот братьям, я сейчас говорил перед этим, вот они большие. Им очень тяжело смиряться перед маленькими людьми. Вот. Он был небольшой, вырос человек, а теперь ему вот надо... Вот при его силе, он еще даже свою силу не соразмеряет. Было такое, что ты с кем-то поздоровался и сказал, ой, ты что делаешь? Нет? За руку не здороваешься? Он аккуратно. Не здоровайся за руку. Не вообще никому не прикасайся, ничего. Ты такой сильный, просто прикоснешься, и заявление напишут и посадят тебя. Да-да-да, только этого все и ждут. Ни в коем случае не принимайте никакую силу. Помните, когда вы друг с дружкой шаловлились, там, боролись, я говорил, братья. Вы не просто, вы по крови братья, вы еще и духовные братья должны быть. Тогда вы не понимали, маленькие были. А теперь вы выросли два. Попробуйте теперь, ну, как говорится, помахаться друг с дружком. А тяжело уже. Так это, чем человек больше становится, тем... В нем вот эта ярость больше растет. Откуда? Сатана действует. И без слова Божия он просто сомнет вас при любом росте. А чем сомнет? Твоей силой он тебя угробит. Прошу вас. Вот где бывает кто-то свидетельствует, вас что-то спрашивают, вы отвечаете. Ваши слова люди часто опровергают. Ну, вам какой-то вопрос, люди, непонятно. Говорят, я уже ни в книгах нигде не найти. Вот сейчас вот про эту Киево-Печерскую лавру. То там вопросов. Они выходят. Это конец света уже прям буквально. Ну, вот вам приходится отвечать на такие вопросы? Ну, бывает. Я тому говорю, как реагируют люди, когда вы им отвечаете. Отвечаете по Слову Божию. Вот мне лично возражений вообще нету. Есть поношение. Где-то за углами, там они собираются, там ругаются, матерятся. А то, что я говорю по отношению, допустим, Украины, это Иеремия 48.10. Проклят, то дело Господне делать небрежно, что они заразили всю Россию своими попами, хохлами, бритыми. Что они, ну, крещения-то нету нигде, они уничтожили. И проклят, то меч Господень держится от крови.
Я говорю, о мире для Украины даже молиться нельзя. И данным освящает президент России, выступает как архангел, я говорю, как помазанник Божий. Главное-то, они нападают на меня, но то, что я сказал, они это обходят вот так вот. Ну, вы сказал, теперь это место возьмите. Кто это все сделал? Сколько? Архиереев и других священников. Это все оттуда. Западная Украина нас душила. А что, Донбасс долбили 8 лет, это мимо прошло? Мимо. Главное, они ничего нигде не... Они продолжают дальше кричать, это вот другое, гибнут дети, это другое. На мои слова ответьте, что я сказал. Как будто бы Иеремия эти слова не говорил. Вот в этом суть вся. То есть слова, истина в конечной инстанции. Говорить нельзя, только ты должен сказать «Аминь». Тебе больше ничего не остается. Или сказать «Я враг Божий, и ты мне не давай какую-то еврейскую книгу». Люди так говорят, Бог еврейский, еврейский, тем более удивительно. Удивительно. Такая маленькая нация, а христиан 2 миллиарда 450 миллионов. Основа-то на еврейских. Ветхий Завет, Первая Тора, Псалмы. Вот я спрашиваю вас, когда беседуете где-то, ваши ответы опровергают люди? Опровергают. И вы отступаете? Нет. Нет? Словом Божьим говорю. Вы говорите настолько уверенно, чтобы все люди почувствовали, что ты стоишь на твердом фундаменте. Так говорит Бог, как Михею говорит, скажи, как все. Я бы сказал, как все, почему не сказать? Но это будет противно Богу. Вот сегодня, что я говорю, что Зеленский в данном случае выступает как помазанник Божий. Он волю его исполняет. Выковырнуть оттуда, такие селища сидят там. И речь идет не о двух человеках, которые там. Те, которые их показывают, одна за другой выступает, по-украински там заступаются. Эти люди-то тоже ими поражены. Они тоже никуда не идут. А я приду, тут косточки там, прикоснусь. Вот возьми, у нас здесь как Коробейниковская икона. Нашли икону, где-то когда-то Коробейникова было. Потом ее где-то там затоптали, а кто-то ее достал, отмыл. И каждый год идут туда длинные-длинные процессии, как пленных русских. В 41-м году. Мы, говорит, когда шли туда, знаете, значит, как много было, растянулось на 4 километра. Я говорю, а как вы узнали? Вертолет летел, и испугались вертолетчики. Я говорю, то ли война началась. Посадили вертолет, и бегут, спрашивают, что случилось? Он говорит, ничего не случилось. Просто лесополосы загаживаем, и все. Но они ответили-то по-другому. И идем туда-то и то-то. Идите проповедуйте, пойдут, нет, ни один не пойдет. Ни один. Сколько лет ходили? И празднуют, а мы чтим 7-й Вселенский собор. Не икону чтим, а первообраз ее. Кто изображен? А это именно Коробейниковская икона, ее праздник, с ней идут. Привезли в Барнаул как-то. Тогда был Покровский собор один. Но она здоровая, просто человека, наверное. Она будет. Большая, да. Ее-то тут поставили. А ее маленькие-то успели отпечатать. И каждый подходит, и батюшка идет, он натирает энергетику. Календарики. Снимает. Видел? И, конечно. Это что? А потом повезли, икону ту поставили, за машину прицеп такой сделали, ну, навоз вывозит, который. Ее растянули, и священник один или два священника сидят и ее держат, чтобы она не хлопнула его по лбу-то. Они стояли, два священника, один с одной стороны, другой с другой. И вот, так, и вот так была протянута веревка. Я не против, чтобы икона, икона вот не идол. Но суть-то в том, что празднуют иконы. Икона Казанской Божьей Матери. Казанской Божьей Матери не было, она в Казани не жила. Не надо. Тихвинская икона. А Спарительница полей, название такое. Вроде там Машкара заедает пшеницу, она пришла и вот... Так они еще не так говорят, они говорят в присутствии иконы. Да, а батюшка говорит, когда они были, вот это, собирались, не о признании каноническом, идут на обед, с собой икону тащат, архиереи. И говорят, мы были там в присутствии иконы, потому что они никто, а икона, и они в ее присутствии обедали. Это мы, это не, там ничего тут нет. Вот от нас ездил Виктор Андреевич туда записывать, на магнитофон не давали ничего. Ну, когда не давали? Ну, когда советская власть, да. Вот, когда меня судили, выводили, а кто-то успел сфотографировать, отбирали, не давали, нельзя. Но один снимок остался. Его везде сейчас вот публикуют, я как иду, воины там, а вот он, через дорогу, вот этот краевой-то суд был. Я его разукрашивал. Вот смысл-то в чем? Что мы
В глазах людей никто. Никто. Вот показывает такой-то сектант там. Вот сейчас их взяли в плен. Почти 2 миллиона пленных русских было. И с ними там занимались верой. Мы вас отпустим, но вы должны весть Христову нести. Фамилии, имена называют их. И из них 800 человек образовали группу сектантов баптистов по стране. Это Первая мировая когда была. Это мимо. А они пленные немцы у нас были? Были. А научили их принимать православие? Нет, конечно, ни одного. Но французы, которые были, вы знаете, когда они выходили из леса, которые пленные-то разбежались, и они трясли, дальше некуда уже, 3-4 дня не было, потом «Шерами», дорогой друг по-французски, «Шерами», а русский это вон, «Шерамишка», ты опять выходишь. Шарамышка. Русские придумали. Какие дела-то? Мы никто. И поэтому нам нужно уметь слушать сначала. Меня когда спрашивают, а я не поступал, как вы? Нет. Я вот сколько... Вы освободился в 87-м году. И говорю, со мной сидели свидетели Иеговы. Ну, неправильно это название, свидетели Сторожевой башни. Какие они хорошие ребята. Как они мне завидовали. Вам большую Библию дали, вы каждый день читаете, а начальник ее потом прячет себе в сейф, чтобы никто не достал. А нам не дают, они только могут что-то взять, переписать. Ну, один усихнулся, крыса называется, по помойкам хлеб искал. А эти швейные машинки ремонтировали. Вот Надежда Васильевна с ними познакомилась бы. Машинку-то отремонтировали бы. Вот я видел, какие они хорошие. Он говорит, а я, сколько там, лет 5 было, я знал, дедушка у меня сидел, бабушка сидела, и мне сидеть. 3 года, так он вернулся. Вчера один мне знакомый, Быков, мы долго переписывали, он говорит... У меня беда какая. Я думаю, что ж ты сделал-то? Младший сын мой изъявил желание воевать-то. Вчера похоронка пришла, 1 числа убили. Что мне теперь делать? Я говорю, опоздал маленько. Опоздал. Если бы было раньше, и мы бы поговорили, как вы так говорите, нельзя воевать, а святые, то Иеронима Стридонского там выставил, Иван Грибанов-то, вот там как раз все и есть. Кто бы ни был, Златоуст, кто ни говорил, но они выше Слова Божия, не могут их слова значить. Я тебе представляю мысль Божия, а ты мне человеческие заблуждения. Это не один к одному. Отошел. Ну вот, давайте продолжим. Спаси Христос. Положим, что я сам свидетельствую о себе. Но если я и сам свидетельствую о себе, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, что я Сын Божий, а не простой человек, но свыше приходящий и Бог. Прям впрямую тут, правда, это как толкование. Как же свидетельство мое ложно, когда я Бог, и посему достоин веры. Бог без сомнения достоин веры. И в свидетельстве о самом себе. Притом я и пойду к Богу истинному. Как же... Намереваясь идти к истинному Богу, я буду лгать. Вопрос у меня к вам, Игнатий Иванович. Вот люди боятся, я сейчас скажу, боятся сказать, что то-то было, Бог через нас сделал, издал Новый Завет, то другой. Господь сделал-то. Это благодать Божия. Написать, в первую очередь, ну ты посмотри, что есть-то. Найди еще где-то в мире, это за 8,5 лет. Ну и что? 2,18 Иакова. Покажи мне веру твою, без дел твоих. Ну а как показать? А я... Покажу тебе веру из дел моих. Значит, не грех ее показать, а зачем увлечь других. Слушаю. Вы сказали, что вы не видели националистов в Литве. Вы... Я в Латвии. В Латвии. Ну, мы будем говорить, Литва, Латвия, Эстония, это у них какой-то один менталитет. Ну, самые сильные это литовцы. Угу. Ну, хорошо, тогда понятно, Латвия поменьше, да? Ну, конечно. Даже понятно. Сравнивать не приходится. Понятно. А сегодняшние события, вот то, что памятники убирают, вы как в свете Библии это просматриваете? В первую очередь, я когда стали говорить, вот я маленько отклонился. Да, и их идеологию, то есть людей, как вы представляете вот, на сегодняшний день? Я нахожусь в Москве у отца Кирилла Сахарова и игумена, который был здесь. И он говорит, вот вы как-то со всеми мир, это то, а вот Сашка Белый, вы бы с ним как разговаривали? Вы знаете, кто это такой? Да, да, это бандюган настоящий. Да. Он АПГ у него своя, на Украине. В Чеченской войне. Сашка это имя, а Билла это прозвище, музычка. Как бы вы знали? Стали, я говорю, как с родным братом. Почему? Так это я. Мне не надо поделать, это я. Почему? Я готовился стать таким, как он. Отомстить коммунистам за все, что они сделали. У него 3 дяди арестовали, ни один не вернулся. Он с детства такой был.
По-другому он не мог быть, и поэтому не его надо судить, а тот, кто его таким сделал. А его там Жахар Дудаев приютил, ему там ордена идут, а тут уже он поднялся, за что-то его убили там. Он зашел, а там где-то бабенка одна пристала: «Саша, вот скажи, вот отняли у меня этот участок-то, с детьми меня выдвинули, что я буду делать? Прокуратуру пишу, нет, какую прокуратуру?» Ему показывают, я пример говорю, он пришел, тебе такое было заявление, а тебе какое дело? Сидит в галстуке прокурор где-то, я спрашиваю, было или не было? А у меня автомат в руках, он его схватил за грудки, за галстук и поволок, я тебе сейчас покажу, подлез. Вдова обратилась, дети у него там замирают, а ты, это все показывают. И это все пошло, и тогда те, которые руководители, говорят, да что такое-то, прокурор закон, а он-то кто? И за ним выставили отстрелять его. Ну и дальше как было? Захватили там какой-то карась называется, или как этот? Ну, забегаловка где-то. Ну и за ним он в окно-то выше вылетел, а потом ему уже мертвым наручники надели, вроде везли, он побежал. Это Сашка Музичка. Я его рассмотрел внимательно, все, ту другую сторону. Я увидел, он правдолюб. Он хороший человек, но таким зверем вы его сделали. И потом он мстит вам. Это моя биография. Я говорю, отец Кирилл, мне не надо под него подделываться и думать, что я думал и как был. Вот я могу сказать, с 5 лет, примерно, я уже знал. Спроси, кто имел арсенал ножей, у кого ружья были бы почти в этом возрасте. Везде патроны, собака со мной рядом, топорик оточенный под головами лежит. Меня живьем бы никак не взять было. Я загадку загадывал. Я говорю, у меня было еще 2 коня. И спрятаны, никто не знал, все. 2 коня в колхозное время. Они, я не говорю даже, действительно 2 коня. Я в любой момент мог достать этих коней. И они были очень рядом. Это моя биография. А когда начинает дальше, ты мне скажи. В деревне, по Теряевке, 2 коня держать как? Я говорю, я и сказал, что они живые были или мертвые. А их убило, а я их разделал и мясо зарыл тут. У меня 2 коня, я кормлю собак. Поняла? Вот так, надо болеть через это. Отец рассказывает, как жили, вот там ямки какие-то, около Андреашина луга, прям это жили, скажет, такие-то, назовет там, как-то фамилия у них, все знает. Жили, 3 сына было, 2 дочери. А вот этот пруд закруженный, это их пруд был. А я сижу сзади, отец контуженный, он меня не видит. Он рассказывает, а я сзади стою и плачу. Я представляю, что двери были, вот этой ямки, двери были в эту сторону. А вот это был вечер, комар. У меня есть такое, где комар сел на мое лицо. Стихотворение написано, чуть ли не в то время. Тут гуси как гоготали у них, и вдруг пришли и все отобрали. Сослали в ссылку, и все там замерзли. Зима уже, выгнали. Ребенок, пошла вон кулацкая сволочь. Все. Ребенок к вечеру застывает на руках у нее. Это власть своих убивала. Ни один Гитлер не делал. Гитлер против них в данной ситуации. Это что, сравнивать не с чем-то. И дальше, когда этих гнали, на подводах-то, и которая недавно родила, на ней все застывало, бывало. А отец мой шел в это время где-то и видел это все, и все рассказывает. А я сижу и плачу. Я бы им отомстил. Ну, что-то отомстил. Ну, думаю, вырасту, я в руки не дамся. У меня окна открывались, я сразу в окно, дальше туда у меня спрятано ружье одно, там другое. Патроны везде сходу хватаю, и дальше уже война будет. А стрелял так, что на велосипеде еду, а ружье любого воробья мог снять. Помню, в колхозе там председатель, там Рыжковский пруд, на той стороне курятники. Большие там сотни кур. А ястреба летают. Ну, они что делают? Кто-то говорит, так ты позови вот этого на меня. Он говорит, ты мог бы расправиться? Ну, посмотреть надо. Я на велосипед, патроны в карман еду. А он курицу подцепил, тащит. Я одного, второго, к вечеру я одного нету. Все, ребята, амнистия. Курицам амнистия. Ну, конечно, она падает, мертвая курица, она и по ней дробины попадут. Утку ни одну не убил. Вот подкрадусь прям рядом, глаза вытаращу, все наблюдаю, смотрю за ними. Это называется орнитология заниматься. Это моя биография. Ни одного. Я лежу с ружьем, я его сразу сниму. Технику научился, сразу секция стрельбы и бокса. Все время мечтал отомстить им. А потом Господь мне сказал, тебя будут убивать, когда мне Господь показал Евангелие, как у Саула, у Савла было. Ну и сразу же пошел.
на корабле работаю, а еще не знают, что я еще где-то учусь. И в это время начальник вызывает, ну вот представь, что, ну как я учусь, вас поставят капитаном дальнего плавания, у вас авария какая-то где-то там в Америке или в Бразилии, и что вы будете, молиться? Я говорю, молиться и ремонтировать. Они всяко подкалывали где-то. Ну пришлось уйти, опять вернуться на стройку. Вот понимаешь, если задача, я гляжу, вот наши ребята ни один не подвигается где-то. Я вот скажу, в то время, когда я вот уже вырос, мне охота услышать голос Божий, а его нету. И вдруг продают атеистическая литература. Опровержение. А там считаешь, и буквы какие-то, и ОФ 1734. Я не знаю, что эти цифры, никто не скажет. Я его вырезать, а на той стороне тоже божественно, я покупаю два экземпляра. С этой стороны вырезаю, с этой, и друг на друга наклеиваю рядом, чтобы посчитать. Эти слова считаю, это из Евангелия, из Библии. Я вижу, на кого нападают, этот сильнее, чем тот, кто нападает. А нападает профессор, был Осипов Александр Александрович, профессор Ленинградской, ну, семинарии Академии. Не этот Осипов другой. Алексей Ильич. И, ну, кто такие книжки себе делал, лепил? Понимаешь, что у меня... Она набирается, а атеистическая литература-то. Ну, у меня книжечка настоящая, божественная. И когда дали Евангелие, первый раз я стал считать, за ручку скорее записывать. Пятая глава Евангелия от Матфея. Там половина прежде, нет, писать нечего. Это книжка очень хорошая. Дальше-то, когда сказал хорошая, говорит, это не книжка. Это книга всем книгам. Вам охота помолиться? Я говорю, прямо сейчас. Все. Меня никто не уговаривал, ничего не рассказывал. У меня все давно перезрелое там было. И я понял, этап моей жизни совершенно другой. Жизнь вот так повернулась на 180. И уже к утру весь караван кораблей знали, Лапкин сошел с ума. А с этой справкой я теперь мог всего и работу уволиться. То есть... У меня стихотворение есть, говорите, когда шизофреника тряхнула от Дальнего Востока сюда. И что? Вялотекущая шизофрения. И сколько это? 26 лет висело на мне. То есть вот эти прибалтийские республики, они нормальные, да? Очень даже нормальные. В армии у нас были они. А что русских-то не любят? Работяги. Такие высокие. Вот. Даже, ну, не знаю, на кого сказать. Такие, понимаешь, не тощие, и не, а просто настоящие мужчины. И когда мне деваться было некуда, меня прижали тут. А еще Евангелие-то не имел я. А молился, сообщили в КГБ. Они приехали. Меня из дома, а я же увожу навоз у отца, и одновременно на селке работаю. Отец таким на одной селке, я думаю, две селки тащит трактор. Они поехали, ну, селки там остановить, домой. Отца спрашивает, он вам нужен? Он говорит, ну, я инвалид войны, без руки, я не могу этот навоз зимой-то, накопилось от коровы. А на сколько дней он вам нужен? А у меня, это на корабле, я работаю там каждое воскресенье, субботу. Там, куда в отпуск-то? А когда в отпуск идешь, эти воскресенья, субботу, за полгода тебе к отпуску. И отпуск там 20 с лишним месяца. Ну, я и прилетел сюда, набрал литературу, Евангелие, а меня тут уже ждут. Отец говорит, ну, не знаю, но через два дня-то уберет он все или нет? А у меня выбора-то не было никакого. Через два дня я смываюсь оттуда. Отец, инвалид войны. Селки, остановили селку, брата тоже сняли. Они все из-за меня терпели. Это моя биография. Поэтому мою биографию, такую интересную, неординарную, они сделали, не я. А я только ноги подставлял, куда меня ударили, куда я летел. Было главное, что удачно приземлиться. А льготы какие дают. Если тебе зубы выбили, можем бесплатно ставить. Ну, сейчас Россия это не та, что была при коммунистах. Ну, вы же не можете не согласиться. А чего так русских-то не любят? Повторяю вопрос. Понимаешь, нет. Вот это... Ну, я хочу понять. Там, я очень хорошо скажу вам. Как его Пустинич, кажется, фамилия-то сейчас могу забыть даже. Как у них были, да, так, пока с Гитлером они не договорились. Гитлера дают там, да. А советским Прибалтику. Это со Сталином было все договорено, Гитлером. Они друзья были. Верховному канцлеру там, дорогой Гитлер. Риббентропа-Молотова договор. Да, да, да. Риббентропа этот. А Риббентропа как было звать? Ну, Иоахим, Иоахим. А, Иоахим, да. Иоахим Риббентроп. Ну и вот теперь-то, когда Иоахим. Я там был, я все это узнал. Его, этого президента Латвии, видели где на полях.
он идет один, и с ним идет служка. И он на палке несет там подарки какие-то, что-то люди работают на поле, он к ним присоединился, пашет, убирает. Президент, а они его все знают. Какой дорогой он пойдет, отовсюду охраняет. Он говорит, да не надо, Бог охранит. И когда советские пришли, он агроном высочайшего уровня. Они его не стали расстреливать, а на Дальний Восток отосали, представителям колхоза поставили. А у остальных-то забирали, ни слова не говоря, как эти лесные братья на Украине-то. А узнавать было очень просто. Они в подземелье, а дышать-то нечем. Один где-то дым, да тут ночью только дым пустить-то. И их сразу видно, какие у них глаза, какие ноздрюли. Вызывает на допрос, а что тут посинение? А что у тебя здесь такое-то? Это подземное. Сразу арестовывают стенки. Ну, потом стали их пожизненно заталкивать. Солженицын в архипелаге ГУЛАГ о них пишет. Лесные братья. Да, лесные братья. И вот эти лесные братья, так когда попутно сказать, в ГУЛАГ-то попали, а там царствуют воры в законе. Уголовники. Все отберут. Ну, холодное лето, оказывается, 1953 года перелезли. Угу. И их когда там прислали туда, он не один. И они сразу объявили войну этим блатным. Блатные. Значит, сразу у кого ножи, все подбирали. Теперь дальше началось только ночью, резня одна идет. Они очистили всю дорогу, все вздохнули свободно. Они дружные между собой. Если по-мирски-то, это самые герои веры, они любили людей. Им не надо этого было. И в Латвии, вот что они с ними сделали? Сразу. Это маленькая нация. И арестовали где-то больше 100 тысяч. Ну, 200 тысяч да. Где-то. Я с ними был. Говорят, они националисты. Я не верю. Я с первого дня еще подъезжаю к Риге. А поеду в Риепае, оттуда был, кажется, парень один. Я уже дорогой еду, изучаю их язык. Он в Латвии 20 лет живет. Здравствуй, не знает, как сказать. У меня 3,5 месяца прошло, я с ними разговариваю. Они меня не знают, куда посадить. А я приглядываюсь, как они за столом ведут себя, как муж с женою. Я нигде ни одного правила не нарушил. А они меня признают своим. И поэтому я людей знаю с той стороны, когда их не драконят. Они мне очень нравятся. Они нацисты. Нацисты, то есть любят свою нацию. Нацист это не фашизм. Национал-фашизм. Вот это плохо. Коммунист в полном смысле это неплохо. Но вот это национал-фашизм, когда здесь был. Коммун это общее. И фашо это веник, связка. Это то же самое слово. И фашизм, коммунизм это одно и то же слово с разных языков. Просто надо изучать. Фашо это дружба по большому слову. А как кто? Фашо по большому переводится дружба между братьями. Ну, переводят, показывают сегодня пучок. Ну, пучок, связка. Это дружба, ты, связка. Да, дружество, да. Ну, вы братья. И поэтому я с ними из Германии. Геносы. И нахожу, не нахожу языка, я просто один из них. Даже одно время думал жениться на немке. Когда по-немецки стал разговаривать, у них выступать, я увидел, какие это люди. Ну, мелькнуло, да нет, напрасно. Не надо? Не было, что мы не были знакомы даже. Нет, руку просит сказать. Она что-то хочет тут сказать. Добавить хочет. Когда мы приехали с Игнатием Латвией туда, я пришла в магазин, да, он ходит в другой стороне. Про Латвию рассказывают, когда вы молодые там были. Я подхожу, мне кофточку нужно. Я говорю, покажите, пожалуйста. Они отвернулись, продавцы, и ушли от меня. Как покупала кофточку в магазине, рассказывают, что отошли от нее. Что отошли. А вы подошли к ним? К нему да, подошла, говорю, ты иди попроси. Он подошел, начал вот на их языке говорить. У меня они сразу вписались все. Так, все. Кофты так, все выложили все. Мне. Все. Руку поднял, поставил язык на бок и зажег. Все, давайте говорите. Вот сейчас, когда мы миссионерские путешествия были по Европе-то, и когда нам пришлось пересекать Балтийское море и сразу попадать и в Латвию, и в Эстонию, и там в Латвии огромная библиотека. И прямо не скажу, ну этажа 4, наверное, ну где-то такое. И она в одном здании, а так просто куполом. Uh-huh. И как я разложил книги, и как они со мной разговаривают, ну это родные люди, такие близкие. А вы помнили еще язык их, да? Нет, да кое-что, мог бы так. А, ну то есть они нормально с вами по-русски да. Разговаривали? Просто. Ну я-то дарю. Она ну, даже не знает, кто я, она видит, с какими расположениями. Она открывает вот эти книги все. Вот полный комплект. Подарили в 650 библиотек. Я подсчитал, нам обошлось это 35 миллионов рублей, не имея ничего. Как они ко мне относятся? Вот так. И у нас ролик сохранился. Это очень хорошие люди. В армии были. Какую работу не дадут, а мы ремонтируем подводные лодки. Это
Ну, но эстонец говорит, а у нас правило, знаете, какое? Пока двое ребятишек, муж может не работать. А вот если три, уже надо на работу выходить. Очень хорошие люди. Мне он задавал вопрос, скажите, а какой язык самый такой легкий, красивый? Ну, я знаю как. Я говорю, наверное, эстонский. А Прибалтика, оно есть еще и Скандинавия. Так вот, там еще одна страна есть, такие финны. Финны, да-да-да. Вот. И такой, говорит, еще мягче язык. У них... Да-да-да. Они не будут как казачий кырдык-мырдык, это нету. У них буквы это совсем нету. У них буквы нет. У меня на квартире жил Вася Плотников, он сейчас закончил медицинский здесь. Ну и я говорю, переведи. Святая Шушаник, он сидел в Греции. Так не переводится. А почему? У них в языке буквы Ш нету. Сусанна. Сусанна. Сусанна, а он говорит Шушарик. А теперь я говорю, теперь спрашивают, а почему у вас Иисус Христос? Ешуа. Ешуа Иисус, а разница нет? Конечно. Если бы между нами не стали греки, мы бы звали сегодня Ешуа. Но я привык к Иисусу, я не отвыкнул уже. Мне кажется, так хорошо это звучит. Давайте не будем еще сюда влазить, пожалуйста. Просим вас. Тогда мы точно не православные будем уже. Нет, мы православные. Кто мы православные. Мы сугубо православные. Вот так. И вот так. Вот так. Ой-ой-ой. Разрешите еще Слово Божие прочесть? Давайте. Последнее. Последнее прямо. Последнее. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 15-16 стихи. 15-16 стихи. Записали. Все. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Толкование. Я, говорит, как Бог и пришедший, большой буквы пришедший, свыше, свидетельствую о себе истину. И вы смотрите только на видимое. И как я во плоти, вы принимаете меня за простую плоть, а не за Бога и пришедшего от Бога, с большой буквы опять пришедшего. Вы судите по плоти, то есть ошибочно. Как о живущем по плоти говорится, что он живет порочно, так и о судящем по плоти нужно сказать, что он неправедный судья. Потом, как бы кто сказал, если мы, иудеи, судим несправедливо, то почему не наказываешь, почему не осуждаешь нас? А он говорит, я не затем пришел, чтобы судить. Я ныне не сужу никого. А если и сужу, то суд мой истинен. И если бы я захотел судить, вы были бы осуждены. Ныне же вы остаетесь без осуждения не потому, будто я не могу осудить вас, но потому, что ныне не время, так как осуждение на вас я сберегаю до второго пришествия. Пришествие с большой буквы. Так и в другом месте он говорит, я пришел не судить мир, но спасти. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 47 стих. А что судья всех есть? Он, слушай, неложные уста. Отец всякий суд отдал сыну, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 стих. Посему, когда слышишь, я не сужу никого, то не разумей сии слова не о будущем пришествии, с большой буквы пришествия, а о первом. Сказав, я не один только, но и Отец мой со мною, он объявил, не один только я осуждаю вас, но и Отец. Ибо не иначе сужу я, и иначе судит Отец. Но так как я, так и он, и как он, так и я. Еще раз. Ибо не иначе сужу я, и иначе судит Отец. Но так я, так и он, как я, так и он, и как он, так и я. То есть не иначе. То есть я сужу, и Отец судит, это все одно и то же. Я представляю, в то время, вот так же, Иисус бы был, я бы пошел за ним, не пошел. Я бы отошел с кем-то и стал разговаривать. Вы слышали этот, из Назарета это пророком себя ставит. Он что говорит-то? Я и Отец одно, он в уме или нет? И за ним люди идут. Ой, помилуй меня Бог, то есть я бы, вот которые отошли и говорили на него, это я. Да. Потому что ни учения еще не было, ни соборов не было. Я просто реально, я ревную о Боге, я фарисей. И вдруг человек делает себя равным Богу. Господь ему говорят, ты человек и делаешь себя равным Богу. А он, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих, и говорит, вы меня называете Господом, и я действительно то. Вот ответ мусульманам всем.
Он нигде не называл себя Богом. Называл. Они просто не знают. Вот я еврейка, это была, она меня осадила, тут была. А вы бы приняли как Захей за Бога. На моей скамейке Бог, которого вся вселенная не вмещает. Да нет, конечно нет. А что ты меня спрашиваешь? Я еврейка, и это Мессия, да, обещанный, который спасет, да. Первое творение, но не сам Бог. Она Бога истина, Бога истина не пела никогда. Фаина Соломоновна. И всегда слегка покачивалась, немножко вот так. Вот откуда слово Фаина, Фаня, которая Гульянова пальнула. Да. Считают, что это по договору было, чтобы объявить красный террор. Фаина Раневская такая была. Ну, да. Тоже еврейка, конечно. Ну, Раневская, она могла любого рассмешить. У вас что-то уже, гляжу, сколько вам лет, у вас и морщины. Это вот у меня одна только большая морщина, на которой я сижу. Она такая странная была, да, женщина. Вот попробуй догадаться. Как она приходит там, на базаре это милиционер-то привел, это все показывает. Что скажешь, талант. Каждое слово, она его так поставит, оно на милиционера же направлено. Христос еще... Вот смотрите, сколько нам Бог сегодня дал. Пойдешь домой, да размышляй. Вот люди, которые у нас есть, вот заметьте, батюшка уходит, он сразу за ним идут те, которые никогда не бывают нигде. Я батюшке уже говорил, это может его коснуться. Люди не бывают на собрании, они вот приезжают в Потеряевку, в субботу в храм не идут, а только через дорогу перейти. А здесь вроде, да батюшка, за тобой бы они пошли, сейчас все равно тебе не ехать только вечером. Он виновник того, что они уходят. А если не так, то не виновный. Но главное, так уж получилось, что он сам не остается. И сегодня никого не причащают вроде. Ну, я не сужу, я просто говорю, надо заботиться. А ты об этом не говоришь, а я об этом скорблю. Потому что священник мне брат родной. А я верю, что вы не судите. Так, ну, вы ну, просто сказали это? Об вот этом. Вот они были уж. Я тебя всегда поминаю, когда ты позаботился о детях, которые будут. Я? Да. Я поднял был. Всех на ноги. Кто это мог так заботиться? Ну, кое-кто сказал. Вечером. Ближе к тебе, Господь, ближе к тебе. Все. Так, я сейчас Володю только отправляю, куда надо, и сам иду к мосту. Мне надо пройти 4000 шагов. Очень я стал себя чувствовать получше. Спасибо, Христос. Спаси Христос. Молимся. Игнат Тихонович, сейчас споем, и вы скажете там. Я скажу, кто будет молиться. Да, да, да. Достойно есть Тебя истину, положите Тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Ты можешь помолиться, поблагодарить? Благодарю. Не молишься? Громче. Громко. Помолись кратко. Поблагодари Троицу. Помолись. Эти занятия. Что... Благослови Господи, чтобы они продолжались дальше. Аминь. Отец. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Так, Людмила Степановна, подблагодарит по благодати. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас, грешников. Не оставь нас милости Твоей, Господи. Ты нас, о нас заботишься. Ты нас, Господи, любишь. И мы Тебя любим. Мы собираемся для этого здесь, Господи, чтобы рассуждать нам, чтобы нам выйти к истине Твоей, потому что истина исходит из земли, а правда с небес. Не оставь милости всех, кто хочет спасти свою душу для вечности. Защити их от этого. Пошли им жажду слышания Слова Божия. Пошли мир в их сердца. Пошли их разумение трудиться, не покладая рук ни для дырявого кошелька, но чтобы могли уделить еще и нуждающимся. Так что, Господи, Ты не оставь. Ты понимаешь наши нужды и смотришь за нами, Господи. Прости нас, грешников. Ты очищаешь нас от всякой грязи. Ты, Господи, поступаешь с нами, как со взрослыми, чтобы мы уже приготовились к Тебе, Господи, идти. Тебе слава, веки, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос, она и внутри. Тихо говоришь, я не могу аминь даже сказать. Не можешь громче сказать. Правильно же, да? Бог, да. Бог, а, не можешь. А, просто, нет, ну, да, там